Аудыторыя тэлеканала «Беларусь-4 Гомель» каля 80% жыхароў Гомельскай вобласці. Гэта больш як мільён чалавек. У сетцы вяшчання выпускі навінаў, ток-шоу, прамыя трансляцыі масавых мерапрыемстваў. Аналітыка, каментарыі, папулярныя праграмы, мастацкія фільмы і серыялы. За гэты год «Беларусь-4» стаў выразна сфарміраваным тэлевізійным брэндам. Реалізовано несколько крупных проектов за этот год. В частности, как конкретный пример могу привести «Юная телезвезда», где мы искали и нашли юные таланты. Появился сегмент детского вещания, это программа «Страна безопасности». Успешно зарекомендовал себя проект «Добрый вечер», который каждый день у экранов телевизоров собирает огромное количество наших зрителей. И слава богу, нам удается и приглашать и интересных людей, и заезжих артистов, которых привыкли видеть только по телевизору, а они стали немножко ближе посредством программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». За всем этим стоит праца прикладно сотни людей. Над кожной программой працуют корреспонденты, редакторы и ведущие, телеоператоры, режиссеры, гукорежиссеры и графики, гримеры, техники, инженеры, водители. И это еще не полный список. Але без якостного обсталявания их праца не мае сенсу. «Беларусь-4» мае моцную техничную базу. Минимум 6 выездных комплектов камер. Конечно же, обязательно студийный павильон. Там минимум 3 камеры. Соответственно, к студии требуется аппаратно-студийный блок с соответствующим оборудованием. И обязательно не менее 3 монтажных станций. Конечно же, нужна еще 1 графическая станция для производства графики. И для вещания требуется 2 достаточно мощных сервера, обеспечивающих выдачу все это эфир, и оборудование передач на передатчики и на волоконно-оптические сети по области. Это техничный минимум якостной работы регионального телебачення. По многих позициях на «Беларусь-4» он перевышен. Год вещания для канала – это мизерный термин. Каб разогнать велизарную телемашину на полную моц, безумовно, часу потребна куды больше. Головное – за год пройдена первая основополагающая ступень. Махчимость глядеть мясцовый телеканал на особной кнопце отримала практично вся область. Мы добились распространения канала во всем регионе. То есть мы присутствуем в эфирном вещании, это в Гомеле и Жлобине. Мы присутствуем практически во всех кабельных операторах. Если говорить о том, что мы можем предложить рекламодателю, так это наибольшая зона распространения среди региональных гомельских телеканалов. Плюс еще то, что мы работаем на своеобразном интерактиве. Мы готовы делать проекты, которые будут удовлетворять запросам нашей целевой аудитории. Зараз на «Беларусь-4» працуют над тем, каб телекартинка стала больше якостной. И она будет идти в эфир у HD-формате. Значно поширится информационное вещание. За наступный год канал повинен стать больше динамичным, ширей наполниться уласными телепроектами, а главное стать еще ближе для каждого жыхара Гомельской области. Настасья Кучинская, Сергей Нигеревич и Гармарышченко, телерадиокомпания «Гомель».